Рассмотрим роликовый 3D лифтинг-массажер для лица Аюми Lifting 3D Roller от Аюми. Уберем защитную пленку и достанем из упаковки. В комплекте к массажеру есть инструкция и мешочек для хранения. Средство предназначено для массажа лица, шеи, зоны декольте и рук. 3D-роллер корректирует и моделирует контуры лица и тела. Благодаря двум рабочим роликовым поверхностям комфортно разминает кожу. Активизирует циркуляцию крови, усиливает дренажные функции, снимает отечность. Улучшает тонус мышц, повышает упругость и эластичность кожи. Водонепроницаемый, может использоваться с массажными кремами или после нанесения на лицо и тело ухаживающих косметических средств, способствуя их лучшему проникновению в эпидермис. При использовании с гелем для душа улучшает метаболизм кожи, сохраняет ее нежной и гладкой. Основание роллера изготовлено из металла, а рельефные шарики выполнены с использованием платинового напыления. Продукт подходит для массажа лица, шеи, зоны декольте и рук. Рассмотрим способ применения. Способ первый. Взять роллер в руку и двигать его по лицу очень легкими движениями в трех направлениях. Горизонтально, вертикально и наискосок по направлению массажных линий, начиная с нижней части лица. Способ второй. Массировать лицо в течение 5-10 минут. Способ третий. Особое внимание уделить межбровным и носогубным складкам. После использования очищайте массажер от остатков косметических средств. Количество в упаковке 1 штука.